Всем салют! Сегодня у нас обзор по Low Vistal. Это Low Vistal водоустрой из алюминия. Вот такой вот красавчик. Лежит уже давно, он просто руки не доходили снять обзор. Ну, так он свежий, крайний Low Vistal. В основном сейчас делаю High Vistal, поэтому это вроде бы как бы последний. Не последний, а крайний. Так, общая длина у нас здесь 649 миллиметров, диаметр трубки 25, толщина стенок 1 миллиметр, как всегда. Пластиковый свисток вставной, к сожалению, больше такого нету, жалко. Очень шикарный пластик, крепкий, жесткий, там толщина у него около где-то, наверное, 1,5 миллиметра, если не ошибаюсь, может даже и больше. Но поэтому и окно, канал, ну все шикарное, широкое, большое. Из-за этого звук объемный, хороший. Так, ну, нагревал, расширял, натягивал, вставлял. Это, конечно, тяжело, но можно. Пробка у нас деревянная. Покрашена здесь акриловым лаком, чтобы сильно не обмокало от губ. Вот. Ну, отверстия такие вот аккуратные, широкие. Вот эти два сместил сюда на 6 миллиметров, чтобы пальцы более-менее доставали, потому что по оригиналу вообще нереально мои пальцы не достают. Проблема. И так тяжело играть на нем. Легкие композиции еще ничего, а вот быстрые вообще проблема. Долго в руки не берешь, тоже не получается, паришься. А так Vistal шикарный, звук у него приятный, нежный, строит тоже отлично. Ну что ж, осталось поиграть. Буду косячить, наверное, что отвык. Vistal. Так что всем советую, заказывайте, не пожалеете. Очень-очень хороший Vistal. Всем пока!